Здравствуйте. Как я рассказывал в прошлом видео, к пандемии есть дополнение. Так у меня появилась еще одна коробка, это пандемия на грани. Так вот, в чем тут разница? Во-первых, новых три испытания, что сразу бросается в глаза. Во-вторых, 7 новых ролей и 8 новых событий. Тоже неплохо. Сможете ли вы объединить свои силы, чтобы спасти мир на грани катастрофы? Кстати, про биотеррориста. Один из участников теперь будет представлять роль биотеррориста, который будет играть против остальных сыщиков. Так вот, в чем разница. В базовой игре все игроки одной команды, а здесь может быть какой-то человек, который будет противостоять всей командой. То есть против команды он будет хорошо играть. Во-вторых, у нас еще новая болезнь появилась. Еще даже теперь есть эпидемия вирулентного штамма, которая очень тяжелая. И это может нанести удар сыщикам. Ой, не сыщикам, а игрокам очень серьезный удар. Вот. Ну и что ж, это, конечно, стиль жизни у нас. Поэтому это неплохие игры, как я считаю. Но еще заметьте, что здесь синий цвет, а здесь красный цвет. Это тоже уже разница какая-то.